эко-баттл между редакциями ивановских СМИ по сбору использованной офисной бумаги завершился. В борьбе за звание самой экологичной редакции, конечно же, не оказалось проигравших. За время конкурса, длился он около месяца, нашей редакции удалось накопить целую коробку макулатуры. На призыв организаторов конкурса «Бумага, сдавайся» в Иванове откликнулись всего 3 редакции из 17, которым было предложено поучаствовать в эко-баттле. Несмотря на то, что конкурс завершился, коробки для сбора использованной бумаги останутся в офисах. В итоге победила дружба. То есть вот все те, кто откликнулись, они и победили. Потому что было странно услышать либо отказы, либо то, что люди сдают, но об этом молчат. То есть никакого примера для общества они не смогли подать.